Знаете, вопрос не по адресу, потому что я не живу днями недели, я живу числами. Вот в это число я знаю, у меня есть работа, в это число у меня нет работы. Отдыхаю я, когда у меня нет работы. Поэтому, когда у вас праздники, мы вас радуем, веселим, показываем спектакли и каким-то образом снимаем с вас житейские проблемы своими представлениями, спектаклями и так далее. Мне сложно понять, как могут праздники влиять на жизнь людей. У меня другой ритм жизни.